Этим деревянным домам на Кутузова более полувека. До минувшего года возможности провести капремонт не было. В 2011-м появился реальный шанс восстановить, а кое-где даже улучшить техническое состояние деревяшек. Средства в объеме 6 миллионов рублей были выделены из Фонда содействия реформированию ЖКХ. На условиях софинансирования 5% от общей суммы должны были заплатить собственники жилья, причем сразу. А это 100 тысяч рублей с жильцов только одного дома. Управляющая компания, в ведении которой находятся эти дома, по улице Кутузова, сама внесла за жильцов деньги с последующей компенсацией, что и позволило начать работы. Конечно, по сравнению с тем, что было, да, и что вот сейчас есть, конечно, такой, ну, большой плюс вот этим домам. Тем более это сделано с применением новых технологий, что вот там и вентилируемый фасад вот этот вот из металлопрофиля, и кровля металлическая, срок эксплуатации этих, соответственно, материалов очень большой по сравнению с тем, что было шиферные у них кровли. На Кутузова 11, в связи с тем, что очень, значит, кровля давно у них протекала, и вот капитального ремонта не было, у них даже произошло там, начала одна, на кровле деревянная конструкция подгнивать, то есть пришлось ее укреплять, там делать новую вот эту деревянную, ну, стропила там, то есть укрепление делать стропил. То есть сделана огнезащита на чердаках вот деревянных всех этих конструкций. Это тоже обязательное условие, и это противопожарное мероприятие. Она, огнезащита, значит, делает нам все время по договору организация, которая имеет лицензию, это брандмастер. Значит, срок вот действия вот этой огнезащиты 5 лет. В ходе ремонта удалось установить общедомовые приборы учета потребления холодной и горячей воды, а также восстановлена работоспособность канализационной системы первых этажей двух домов – 9 и 11. Напоследок подрядная организация, выполняющая капремонт, фирма «Бумтехсервис», решила сделать подарок жильцам – косметический ремонт в подъездах. Вот только не всем он пришелся по душе. У жителей дома номер 11 по улице Кутузова есть нарекания и к самому капремонту. Смотрите, что творится. И вот там вот угол дома, он весь отошел полностью. И вот если идти так, там мало того, что все волной, все криво, все косо. Но такие-то вещи надо убирать. Дверей там заделали. Отвратительно сделаны ремонты. И капитального дома вокруг. Во-первых, не было капитального ремонта. А что было? Нам просто поменяли крышу и обнесли вот этими железячками. Все. Больше ничего не было. Видите, чудорец. Пока до скандала дело не дошло. Сказали, белые чуваки будут. Так что вы все очень недовольны. И по фасаду это безобразие. Я не тут на штукатурку краску нарушила. Конечно. Это надолго лето. Это все безобразие. Между тем, косметический ремонт в домах по улице Кутузова еще не закончен. Остается надеяться, что в 13-м доме, куда подрядчики должны перейти буквально через несколько дней, работы будут выполнены на совесть и более качественно. Иначе какой уж тут подарок.